Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным. Президент США выразил надежду, что встреча с президентом России Владимиром Путиным будет замечательной. Американский лидер Дональд Трамп признался, что с нетерпением ждет встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, он рассчитывает, что сможет поладить со своим собеседником. «Мы с нетерпением ждем этого. Если мы все сможем поладить, это было бы замечательно. Мир должен начать ладить друг с другом», цитирует слова Трампа в твиттер журналист Эбк Мередит МакГроу. Ранее было объявлено, что двусторонняя встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. Там помимо вопросов двусторонних отношений будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе Украина и Сирия. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://team.correspondent.net. Власти Великобритании опасаются встречи Трампа с Путиным. По материалам сайта Ньюс.ком.